чтобы бросить. Бросить можно, но так, чтобы человек встал и мог 100 раз упасть. То есть, посмотри, как он стоит сюда, вначале не бросать, а потом аккуратненько. Если он залез, все, готово? Кто тут? Кто тут не боится? Ре? Чего это? Средний призыв домой. Четко передвигаемся. Максик. Руки выставляет боец. А? Сережика, взял за ногу, а руку здесь. Это, но я не разрешаю тебе просто так побороться. Есть, Максим. Подержал его. Вот. Видишь? Он с тобой еще пойдет 10 раз. Слушай. Ой, вот взял за ногу, сейчас переворот делает. Блин, как будешь лететь, кривёк, прячешься, блин. Ушёл, блин. Ну, все более не едет. Вот, блин, пацанов, блин. Выучил, а они сейчас... Как оно было шею, блин. Гаги, Виша, выгаду, Портофорду, Суркан Александр, папа, а он, наоборот, он, Толик, рука болезненная. Рука болезненная.
Знаешь, как в таком случае надо бороться? Надо дергаться туда. Дерни сюда, дерни сюда, дерни сюда, дерни сюда. И когда ты видишь, что явно есть возможность бросить, раз и залезть бросить. А кимоно вы не оденете, попросите у кого-нибудь, как бы. Молодой человек? Готовы? Да. Андрей, да. Ты должен остаться в стойке. Я тебе скажу, что можешь сделать. Можешь задним сделать, можешь через бедро сделать, только на него не упасть. Может, с голенью сделать. Вот, да. Через спину с колен я показал, но они еще ЧВС не надо делать. Старайся остаться в стойке. И подбежать, понимаешь? Посмотри, он на вечерок, он отыграет. Минуту походи, подергай сорви захват. Он встанет, а тогда пойдет в броски. Аджима. Комбат самбо. Блэк дуэлл. Лапка лед.
я делаю большие ошибки, будете исправлять меня. Так, мешки забрали на место. Мешки забрали. Иди сюда. Ты знаешь, как там отличается? Какой? Камера. Нет. Смотри, вот когда ты смотришь, не надо. Сейчас я покажу, что это. Это нет, то есть я снимаю. Вот здесь, видишь, где красное, это значит снимало.